Сегодня я хочу вам предложить рецепт очень вкусной сицилийской лепешки, которая называется фокаччо. Есть много различных рецептов фокаччо в Италии, но вот это одна из самых быстрых и простых. Итак, что нам нужно? Стакан муки, стакан молока, грамм 50 сливочного масла, сыр. Можно взять сыр любой, на ваше усмотрение. Я взяла эмменталь и одно яйцо. Итак, в первую очередь мы взбиваем яйцо хорошенько и затем вливаем в молоко и опять все вместе взбиваем. Мы взбили все в пену, теперь добавляем стакан муки и опять все взбиваем. У нас получается вот такое тесто жидкой сметаны, довольно пышное. Затем мы наш сыр натираем на терке, вот я уже натерла, и добавляем наше тесто и размешиваем хорошо. Вот такое тесто у нас получилось. Теперь мы поставили сковородку нашу на огонь, кинули туда наш кусочек сливочного масла. Ждем, чтобы оно разогрелось и растаяло сливочное масло. И заливаем все наше тесто на сковороду. Ставим медленный огонь и ждем, чтобы подрумянилось с одной стороны. Вот так вот она должна выглядеть на сковородке. Видите, полностью вы ее разровняете хорошенько, сделаете такое вот как блин, да, вот, и на медленном огне обязательно ждите, чтобы подрумянилось, проверяйте снизу постоянно, затем перевернете. Мы перевернули, посмотрите, какая красота здесь получилась у нас, ждем еще минут 10, я так примерно плюс-минус 10 минут с одной стороны и 10 с другой, но на медленном огне, обязательно должен быть медленный огонь, чтобы оно внутри хорошо-хорошо у нас приготовилось. Ну вот, наша фокаччо, лепешечка наша, готова. Разрежем, посмотрим, что внутри. Сыр прям расплавился, смотрите, оно такое мягкое, очень вкусное. Вы когда будете брать сыр для фокаччо, постарайтесь, чтобы он был солененький. Вот, этот у меня достаточно соленый, поэтому я соль не добавляла в тесто. Но если он не будет соленый у вас, вы можете добавить немножко соли в тесто, для того, чтобы вкус был более насыщенный и вкусный. На самом деле очень-очень мягкое, вкусное, да, сыр растаял вообще, ну просто красота. Всем советую сделать, он еще горячий, пускай немножко остынет. Советую, очень быстрый рецепт, минимум продуктов нужно. И голодный, когда приходишь, что-то хочешь быстро-быстро сделать, это вот как раз самый раз. Пробуйте сицилийскую фокаччо, очень вкусная, всем советую. Спасибо всем, кто подписался на мой канал. И ждите еще новых встреч. Пока!